меня гасишь. Пробуем. Мало. Пробуем. В одной команде. Так, тут точно есть место, это я могу сразу сказать. Пока все хорошо. Ой, наконец. Слушай, тут интернет ловит, я вообще нахуй. Тут такой еще этот, смотри. Все? Да. Ужасно, если что. Вот так вот. О. Так, спасибо, спасибо. У тебя глаза красивые. Так бы поставить его, сейчас смотри, хорошо. Ага. Так плохо. Ну да, ну что поделать. Нормально. Спасибо за комплимент, моему глазам. Какие вопросы есть? Когда Джон Уик 3, сука, это меня больше всего беспокоит. Меня не так сильно волновало, встречаемся мы или нет, как волновало, когда Джон Уик 3 на канале Дилары. Хочешь? Да, очень. Я, если честно, он чуть-чуть занимал. Джон Уик? Да. Я никогда в жизни не смотрела столько боевиков. То есть два. Ты смотрела? Я вообще не смотрела. Извините за такой вопрос, может быть, нахальный. А что такое кок самса? Маленький пирог с зеленью, с сыром. А почему кок? Кок – это с узбекского переводится как зеленый, насколько я понимаю, там, из-за того, что в основном зелень используется. Я просто узбекский не знаю, я вот в английский учил, и чуть другой перевод, поэтому. На английском, не знаю, green cake or something like that, I guess. Да. Да ладно, сейчас хочу камеру протру, а ты что-то запотел. Можно салатик какой-нибудь взять? Нет. Ну, можно зеленый взять салат. Да, зеленый с креветками тоже очень вкусно. Да, зеленый салат с креветками прикольно звучит. По-моему, соуса какие-нибудь открытые, чесночные. Можешь, я не буду. Может, пиццу еще возьмем? Давай. Да? Давай. Ой, как я ее люблю, ребят. Да. Делаем. А, можно, пожалуйста? Я думаю, да. Хочешь пепперони покушать? Еще пиццу пепперони. А ты не хочешь сейчас покушать и пойти домой фильм смотреть? Я только за. А, типа взять пиццу? Ну, подожди, то есть здесь отказаться от пиццы? Ну, можно и тут ее поесть. И заказать там пиццу. Ну, можно ее здесь начать есть, но немного. Не-не-не, прикольно только заказать домой пиццу, я тебе отвечаю. Это вообще плюс лайк. А не хочешь тут взять и с собой просто забрать? Не-не-не, только закажем, чтобы тепленькая приехала. Окей. Да-да-да. Можно только пиццу отменить? Нет, давайте оставим. Я хочу попробовать теперь. Ну, еще ребятам отдадим, да. Да-да-да-да, все, вообще кайф. Вообще идеальный план на вечер прям у меня. Вообще прям... Не знаю прям. Давайте, вот, тогда. Ну, мы типа друзья с ней, но вообще, походу, что-то у нас намечается, я прям чувствую. Вообще, спасибо, спасибо. Чехана, Васильчики, салам алейкум всем. Да. Это правда. Что-то, походу, у нас друзьячка намечается. Две с говядиной, один с бараниной, салат и пиццу. А пить что, ты будешь? Я буду... А ты что? Я буду, наверное, какой-нибудь лимонад. Можно лимонад какой-нибудь? Прикольный, по-любому у вас есть. Да, есть, конечно. Воду теплую, без газа. Без газа? Mm-hmm. Да, на этом все, спасибо. А вам точно соус какой-нибудь? Только, может, какую-то, если... Они острые? Есть и острые, и не острые. А это кто? Про кого-то? Ну, это просто... Про черепашку-ниндзя. Черепашка-ниндзя? Есть острые, не острые. Это как, вы что, продаете черепашек-ниндзя здесь? А это в меню есть? Нет, это эксклюзив для вас. А, реально? Вы хотите черепашку-ниндзя подложить или что? А можно лучше вот эту сплинтера крысу? Мне он всегда нравился. Он что, нормальные движухи делал вроде. Он вроде крыса вообще лютая должен был быть. То есть его должны вообще чмырить просто на районе были. Но так-то его черепахи уважали люто. Согласен. А давайте сметанку так, наверное. Да, давайте сметанку.
кто такой Лагмен? Это Супермен какой-то? А, да, Лагман. Узбекский Супермен. Лагмен. Том Ям, это вот Том и Джерри на японском, да, что-то. Маргарита. Мастер и Маргарита смотрели бомбовый, да? Да, мы смотрели. Да, да, жестко. А я читаю потом. Ладно, приятный отдых. Ой, у меня тут маленький. Обнимается. Надо поменять и поставить, нет? Да. Что? Качество пиздеца. Я вижу, что какой-то же горизонт заваленный. Я как будто лысый, блядь, сижу вообще. У нас качество просто ужасное. Свет какой-то. Сейчас дом будет бодро. Потерпите, чёрт. Может, вот так просто сидеть? Вы одинаковые пишут. Мы одинаковые? Не знаю. Что такое 5К? А, типа, это... Не, это качество 5К, сейчас вышло новое. Типа, было 4К, сейчас 5К на Твиче добавили. Ну хорош, Слав! Глуши нахуй свет. Я просила Славу дать мне время. Не, да, да. Ну вчера реально она такая говорит, можешь мне, пожалуйста, за попку не щупать? Что? Блядь, посмотри себе просто предательство. Не, я аж возбудился, ты, бля, мы такие красивые, пиздец. Че, почему предательство? А, надо выключить? Надо вот так вот. Бля, пиздец. Ну все, давай, не смущай меня. Как это не смущать тебя? Тебе можно обнять? А Владимир пришел с Антоном? Напиши им, они не знают, где он. Странное сообщение сейчас в чате. Чел написал, кончаю. Надеюсь, с чем-то плохим, то есть кончаю курить сигареты. Это я написал, да куда? Сука, долбоёб. Выдавленный. Целиком было видно лиц. Ребят, ну что вас интересует, скажите? Вот мы думаем на все ответ. Ну, мы максимально открыты сейчас для вас. Тити, да, у меня ебанутый вообще. Блядь, я началось опять. Давайте реально какой-нибудь вопрос помимо сосал и вязал. Мне кажется, мы можем пообщаться с вами на другие темы. Фильм будет? Ты хочешь? Не знаю. Нет, я пиздец хочу. Ты хочешь? А что мы будем смотреть? Джон Уика? Да. Может, другой? Ага. Может, другой? Я сейчас пробудился. Добрый вечер. А для чего он телохранитель? Слушай, телохранитель? У нас их три. Три тела. Два замороженных. Почему тут заваленный? Тебя не напрягает горизонт заваленный? Меня напрягает, пиздец. Я пытаюсь что-то тем более, ты же вообще, типа, ну, шаришь лодка. Я прям, меня очень триггерит, но я стараюсь. Он должен вот так быть. Хочешь тебе штативы закажу? Ну, просто без подъема, без прикола. А вы видите, что горизонт заваленный? Вы защищаете? Спрашивают, ты беременна? Ты видел? Слава КПСС сделал. Какое? Ты не видел? Нет. Он типа доказал то, что я беременна. Ты беременна? Нет. Ты что, беременна? Нет. Ура. Я видела сегодня в новостных пабликах, где
он сидит и клянись. Клянусь. Не, ну если он доказал, все, пиздец, знаешь. Ну, он очень смешно там это делает. Дилара, как тебе трек «Тайна»? Честно, мне прям он и безумно понравился, и... Можно продолжать. Ну все, хватит, я смущаюсь. Ты, блядь, шестовую нахуй. Да вот ничего не вижу. Очень быстро. Стесняются? Ну не просто непривычно чуть. Типа мы же всегда. Прикинь, что мы типа год. Ну ладно, не, ну, не год. Ну да хуя. Ну да, много очень времени, типа. И нам надо время привыкнуть, короче. Короче, да, когда так долго доджишь вот эту всю тему на камеру там, типа, чтобы никто не снял вот эту вся хуйня. Хотя особо не получалось, конечно. Вот, но... Чё, столько людей и заспревалось, на самом деле, которые просто вот так вот... Чтобы вы понимали, очень много очень хитрых людей, которые пытаются что-то исходить и вот так вот это делают, типа... Ну, это база, да. Ну или, блядь, вот это вообще классика. Вот такая хуйня. Поэтому если мы эту штуку не контролируем, мне кажется, мы очень пиздец бы сколько дела было бы. Спрашивают, приедем ли мы в Уфу? Поедем летом? Да? Я хочу. Я очень сильно Уфу люблю. Подожди, я договорю, чтобы ребята посидели. Не, я, ну смотри, ой, у меня голову вытащить за руку. Сейчас, секунду, я, ну я разберусь с ребятами. Они маленькие, посмотри, маленькие. Они маленькие, они взрослые мужчины. 40 лет, они же маленькие. Сейчас, секунду. А, ну вон он, дали место нормально. Слава решил, что если он взял на работу охранника, что это равно приютить котенка. Ну, не хорош. Который надо покормить, посадить. Бля. Мне, кстати, на самом деле, я прям первое время, это примерно первые года два. Очень мне неловко было, когда меня ждал Владимир. Или когда... я, допустим, мне куда-то надо поехать, а они не точно. Ну, я не знаю, поеду в итоге или нет. И он приезжает, и он сидит, и я потом пишу, типа, все, отмена сегодня, типа, домой. И это пиздец. Я иногда... Мне даже проще было самой на такси ездить. Было очень неловко. И со временем прошло. Я тоже не знаю. Ну, я не знаю, не, я просто как-то... Не знаю, ну, привык я просто. Сейчас возьми меня на их зарплату. Ну, они много получили. Да не, ну все равно, знаешь, типа, ну они и работают много. А ты честно сколько попробуешь? Поедем в летом? Ну, я бы слетал. Я бы тебе показала дом. Я вообще бы на машине поеду. Ты знаешь, что я не очень люблю летать. Ребят, помните вот момент, когда, типа... Да, спасибо. Когда мы случайно с Диларой в Париже вместе оказались. Тут вот мы вместе полетели прикалиться просто. Клянись, бля, будет. Да ну нахуй. Да, реально. Ну. Да. Я вот... Да, но я все равно, типа, все моменты, когда мы летаем куда-то, я не очень люблю летать, вы знаете. Вот мы, получается, в Кёльн полетим. Ну, это правда летом. На турнир. Мы полетим в Японию. Не в Японию.
В Японии мы должны были лететь, не получилось, теперь можно рассказать. Тоже вместе. А почему? Ребят, я вообще прикинь, тоже вместе. Типа, должно, знаете, как было? Все бы, типа, мы такие в Японии встречаемся, такие, ты что, тоже в Японии, в Токио, блядь? Я тоже, ебать, мы встретились. Такая хуйня. Не, ну мы как и в Париже, так и в Японии бы просто ничего не комментировали. Потому что, блин, мы и так говорили, типа, мы друзья. А как ты и пиздец, не, ну мы не пиздели. Не хотелось, мы просто не говорили ничего. Мы реально лучшие друзья. Ну, чтобы вы понимали, я с Делорой много времени провожу. Я с тобой тоже. То есть, ну и в этом плане пиздец лучшие друзья. Не, ну это важно. Это важно, чтобы, ну, во всех аспектах, типа, было все охуенно. Друзья. Надо, чтобы любовники, парень был... брат и сестра. Мы как будто реально, особенно брат и сестра, прям упали. Да. Бля, какой вкусный лимонад, охуенный. Очень. И при том, что там грейпфрут, да? Хотя я грейпфрут очень люблю. Я тоже грейпфрут, как будто вообще без грейпфрута. Черепашек нет. Бля, я чувствую одну Рафаэлу. Бля, Рафаэла. А, Рафаэль, Рафаэл от конфеты. Мы вместе живем, правда? Ну, хотя это можно назвать, что вместе. Короче, что, рассказываем? Мы спим вместе. В смысле... Короче, у меня есть квартира, у Славы есть... Не в плане, что я выебнулся, что типа, блядь, ну что, мы спим вместе. А в плане, что у нее есть квартира, и у меня есть квартира. Ну, типа, каждый вечер мы вместе проводим, там, засыпаем, все вот это. Но у меня есть такое некое пространство просто отдельно с моим гардеробом, с вещами всякими. То, куда я могу девчонок там позвать, не знаю, пока мы там тиктоки снимаем и так далее. Да, там просто как отдельно чуть-чуть такое место, где мне и переодеться можно, собраться, кого-то позвать, чтобы не докучать тоже. Потому что, ну, вы знаете, когда девчонки собираются, это обычно очень шумно. Да. Вот. Я бы не хотел, чтобы у меня, знаешь, моя квартира в точку сбора девчонок превратилась. А я люблю сделать из своей квартиры точку сбора девчонок, поэтому у нас вот такое вот, мы придумали решение. И офигенно, на самом деле, решение. У меня как бы, у тебя, точнее, дома есть и... Где я макияж сделала, как называется, столик туалетный. С зеркалом столик. Да, мы там поставили, я там крашу спокойно, если надо мне куда-то собраться и так далее. Шампуни там мои, эти кондиционеры, чтобы я могла помыться, если надо. Бля, причем на самом деле столько моментов было, то есть типа, когда вот мы ебануто полились вообще. А стрим вот этот, первый стрим, да, это был когда, или второй? Как ты ко мне приходила в Дубай? Нет. Помнишь, мы... Я что-то сидел на стриме. Дилара. Матвей что-то пишет. Дилара, покажи Славе тогда. Это? Окей, короче, был какой-то там второй или какой стрим, когда мы вместе сидели, и ты мне сказал, типа, вот пройди эту игру, там где прыгать надо было по уровням, и сколько-то я там, типа, могу выиграть. Верни кошку, делай. Короче, я играю в эту игру, я падаю, у меня нервы, и я по привычке такая, я понимаю, что, блядь, это стрим, этот видос именно везде просто есть. Я ржу и такая, типа, ну, вот так вот его хочу взять, но не по-дружески. Я думаю, блядь. А я именно вот на прямых трансляциях, мне сложно эту штуку фильтровать. А то, что зай, типа, мы не называем друг друга зай вообще. Да, кстати. И вот, кстати, вообще, в наше оправдание можем сказать, что вот это вот зай, я там его не говорила. Это вам послышалось или что? У нас другое
позывное. Займ, что? Я, кстати, что ислам, мы ненавидим это слово. Слово «зай», оно самое ебаное. Не было, этого не было, ребят. Не, может быть, было. Да не было, я не могла тебя назвать «зай». Не, было, один раз было. Ну, я могла сказать, типа, «зай», вот в таком бесячем. Да, 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 да. Ну, типа, так, чтобы я сказала, вот как раз, когда в эту игру играли, чтобы я назвала Славу «зай». Не было, не было. А то, что помнишь, когда вот клипы на стриме, когда типа Байова в КС играла, и, типа ты просто смеялась, типа так вот так. Типа. И потом, когда ты играла, садилась в КС, когда мы я играла без Славы. Да, да, да. И они такие, а что со Славой, что вот так плохо играть? Да. А это я помогала. Заяц, кто-то называет, блядь, своего парня Заяц, но... Ну, понимаешь, мы называем. Котенок, Заяц. А, наверное, да. А что Заяц, блядь? Не, ну это нормально просто. Типа, у каждого свое. А какие еще есть названия? Кенгуру. У вот. Нас есть название. У нас есть фирменные названия вообще. Знаете, как мы друг друга называем? Или потом расскажем? Да, потом расскажем. Ну, это, типа, это охуенно. Потом как-нибудь расскажем. Какой грибок, блядь. Грибок. Мась. На букву... Бебрик. Не, на букву М. Что они говорили? Не, они, знаешь, они могли это видеть. У меня, короче, в гугле есть профиль. Я тебе его создал, когда ты заходишь. Из трех букв слова. И оно называется так. То есть я каждый раз, когда заходил на стриме, было видно этот профиль. Мам. 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 Да, сынок. Мам. Лев. Мама. Охуенно. Ладно, ладно, я, допустим, могу и маму, а она меня тоже мам назовет. Мам. Не, мы пошли выше, ребят. Подожди, понимай. Что, рассказываю? Да. Короче, я переписки постоянно, когда не знаю, что ответить, я пишу мям. И мы просто Славу начали друг друга так называть. Теперь он мой мям. Мям. Мямчик. Мям. Мям. Ну вот и все. На этом наше развитие и остановилось. Это единственное слово, которое мы теперь знаем, которое вы говорите. Весь просто на стримах общаться весь стрим, да? Мы так общаемся в жизни. Да. Реально. Ты меня мам, а я тебя мэр. Мэр. Мам. Мэр. Да, мэр. Гомэр. Не надо. Сука, не надо, пожалуйста. Десерт вы заказали? Нет. Блять, батарейка садится. Ты не взял пауэрбанк? О, а вот не подскажешь, у нас есть пауэрбанк? А есть перезарядка? Перезаряд есть. О, круто. Я пойду, блядь, взяла. Я не сдала, у меня уже две недели снимают деньги. Ой, они, кстати, ты в курсе, они сколько-то снимают, по-моему, 1005? У меня такое есть, у меня два таких дома. И потом они, типа, тебе оставляют. Сколько там чат перезаряд, если ты его теряешь, типа? 3 или 4 тысячи. 3 или 4 тысячи, и все, и ты можешь его всегда себе оставить. 5к, да, я прав. У меня таких дома два было. А потом я их взяла, пошла, думала, ладно, я их наконец-то сдам. А оказывается, когда они становятся вашими, ты их уже обратно сдать не можешь. Я подставочку сделал. Чтобы горизонт не завалился. Что, пробуем пить? А сколько у тебя пить? Пепперони. Владимир, а у тебя есть этот перезаряд приложу? А? У тебя нет приложения перезаряд? Скачать, пожалуйста, перезаряд и вот взять.
что там официант может объяснить? Вам зарядку надо? Да, пауэрбанк. Пауэрбанк, да. Может спросить? А он сейчас скажет, что бери зарядку. Нет. Первый. Да, охуенно. Пиздец. Блин, я так хочу прочитать, что пишут, но не успеваю. Ну, очень быстро, да. Какой фильм? Я хочу Джон Вик, я не знаю. Причем, блядь, я не люблю боевики. А за последний год мне понравилось только два боевика. Это «Джон Вик» и «Быстрее пули». Помнишь, на котором ты уснула? Смотрели «Быстрее пули»? А можно поставить медленный режим, типа 5 секунд, чтобы между сообщениями пауза была? А давай так поставим, что просто мы хотя бы читали. Просто тут так много сообщений, что вообще ничего не видим, кроме типа... Да, не обижайтесь, да, давайте поставим просто, чтобы... Чтобы можно было сообщение выхватывать. Да, мы могли, чтобы и ответить хоть на что-то. Mm-hmm. А давай, может быть, не просто как-то куда-то и придем покушаем, посидим, пообщаемся, что-то и поделаем. Ну, можно, ну, так, как самый тупой пример, типа там... Сегодня? Где ты... Не, не сегодня. Mm. Там, где ты меня красишь, например. Ой, не, поверь мне, я... В плане контента я ебан. Ну, тоже серединку. Меню нужно или могу забрать? Да, можешь забрать, спасибо. Я придумал хрень. Хорошо. Я сегодня ночью присмотрел наш стрим со свиданкой, со стадионом. Бля, как же мне было обидно читать комментарии. Бустер сделал свидание, его зафрендзонили. Давай, отыграйся. Давай, покажи мне. Красавица. Хотите понять? А? Креветки пиздец пахнут. Ну, никакие. Прям мощно. Ядерные прям. А что это такое? Да, будем. А что это такое? Короче, весь мир, знаешь, типа, раньше думали, что он делится на двоичной системе, типа 1-0. Ага. На самом деле он делится на W и L. Либо L, либо W. L типа winner, а W winner? Да, смотри. Чат W в чатик накидайте. Типа либо L стрим, либо W стрим. И все так же. Ну, типа совсем так работает. Допустим, это W пиксел. Так агрессивно. Они просто пишут два раза W, потому что там смайлик 7TV. Калий, баранина, говядина. Да. Это нам. Ура, глазашник. Лимонад очень вкусный. Да, я специально подбирал. Сам зашел, приготовил. Из черепашек ниндзя, да? Да. Мы просили из крыс. Да, испанцы не самые бомбовые. Какие перцы. А можно повторить, пожалуйста? Медитаник пишет. А есть... Ну там надо, правда, будет не момент скрыть сиськи, я сейчас помню. Я когда в детстве их увидел, я испугался. Я думаю, бля, что это за глаза еще, я бля. Не знал, что там у женщин глаза. Я прям... Так, я, короче, вчера ел хинкали. И сегодня, сейчас буду сравнивать. Надо кусать или все кусать? Как их правильно кусать, знаешь? Кусать и выпивать. Как будто засасываешь ее. Ребят, блядь, как так получается вот на Твиче, типа? Я все больше и больше разочаровываюсь в женской дружбе. Молодой Платон, Акулич. Как так, нахуй? Вообще, я прям разочаровываюсь в этом феномене. Владимир, не принесли мне разве? Цепани пиццу.
А мы заказали. А вы заказали халать? Мы шаурму заказали, спасибо. Угу. Сейчас вам это. Да, да, супер. Шадукер и боевал. Гаечка и строго. Бля. Ребят, кажется, этой дружбы не существует. Я не эксперт, конечно. Сука, и допсис? Не, они друзья, ребят. Я заметила, все так активно дружить начали. Да, блядь, френдзона не бывает, поймите. Френдзона бывает в школе. Это надо быть конченным долбоёмом, чтобы тебя френдзонили. Просто тупорылым вообще. Не существует вообще просто. То есть, если ты себя не уважаешь, типа, ну, тогда, возможно, существует. Просто не бывает этого. Ну, бывает очень часто. Ну, Равшан и Лунари, где? О, ну, в смысле, тот со Слесухой тоже реально. Нет, разведки нет. Надо это взять по лупам, да? Да, там бери зарядку, это приложение. А сейчас зацепим. Я сейчас скажу, сейчас похаваем, я скажу. Ну, садись. Владимир будет приложение. А, на будущее? На будущее? Да. Сейчас сделаем. Давай. А нахуй я это все взял? Буду свой бульон туда выливать. Не, ну, за Явилон и Морфи я не шарю, это что? Бля, хинкали — это лучшая еда. Мне не нравится на камеру кушать. Ну да. Я вот так вот делаю. Давай. Ну, вкусно даже, что вообще обрубает. Гвакамоле и жир. Да, это очень хорошая пара. Мне кажется, жир его френдзонит. Равшанчик и мой хуй. Ребята, вот Антон, и все написали, что попки нельзя кушать. Почему? Я не знаю, просто мочь много теста. Я хочу мясо. Ну да. Там тесто сырое. А сырое тесто нельзя хавать? Я просто не знаю, типа что-то, ну, плохо будет или что? Или просто невкусно? Я впиваюсь с Марибой. Ой, бля, какой вкусный бульон здесь. Приходите просто отварить целый суп из хинкали и просто все вылить, каждую разрезать и тарелку супа такого вкусного выпить. Нет, я вот последний съем, но уже не хочу, просто не перевкусываю. На самом деле еще оказалось, что они ебанутые калорийные. Тесто с мясом. Покажи стол. Мы доедаем наш стол. Вот. Подожди, я кушаю. Да, все. Верни себе. Что-то вкусно.
будто больше ел. Хуй знает. Я когда в Сербию летом? Куда? Ну, залетим в Сербию. Сегодня сытая, довольная. Надо батюшку навестить. Да. Как вы думаете, Дилара знакома с моей мамой? У меня ролик есть целый на ютубе, где мы... Ну там она делала вид, что вы не знакомы. Мы не знакомы. Угу. На полном серьезе, когда ты вначале говорил про батюшку, первое время думала, что ты, скорее всего, верующий. А я? Я верующий. Ну, тихо. Я вначале вообще этот момент не понимала. А татары мусульмане? Ну, если они ислам принимали, то мусульмане. Я правильно сказала? Я не знаю. Я просто не очень шарю. Не, ну по такой логике тогда вообще, ну, все мусульмане, кто ислам принимал. Так и есть. Это разве не определение? Я так понимаю, он умер в этом большинстве своем. В большинстве, да. Я в детстве в мечеть ходила. А я в церковь. На Курбан-Байрам. Реально? Да, на Курбан-Байрам, чтобы вы понимали, это праздник, когда приносят, да, жертвенное ношение варанам. Я тогда первый раз такое увидела, конечно. Перед я не была. А я первый раз увидел, как... курицу бабушка захуярила у меня. Я охуел. Не знаю, при чем здесь это, просто хотелось поделиться. Ну, захуярила, я имею в виду, просто скушала. Живую? Не, ну, готовую. Что, Владимир так и не разобрался? Он как будто не слышал. Пост не я тоже. У меня очень много подруг, которые бегают. Даже мой менеджер, ну, как пиар-директор. Она очень часто держала пост, когда мы бежала. Я прям смотрела на это со стороны и думала, офигеть, это как просто. На самом деле это круто. Да, это прям... Но это тяжело. Это тяжело. Ага. Мне тренер тоже пост держит. Я не понимаю, сколько столько силы воли. Не, Рамадан прям тяжело вообще. Там же нельзя кушать, пока солнце, да? И кушать, и пить. Ну это прям, это очень сложно. А что, сделай мне чат там 5 секунд? Ты со мной не успеваю ничего читать. Да, сделаю. Очень легко. Ну, если ты привык, наверное, да. А так это... Ну, в любом случае, это какая-то работа над собой. Мы с мамой Славой знакомы. Давно. Я знаком с ее родителями. Да. У нас послезавтра мы идем на семейный ужин. О, да. Мои родители забронировали... Короче, у Славы же был день рождения, и мне родители решили то,
тоже подарок для них сделать. И забронировали в каком-то ресторане, где есть иммерсивное шоу. И они смогли забронировать, чтобы вы понимали. Они покупали это 20 февраля перед днем рождения Славы. И ближайшее окошко было 7 апреля. Да. А какое там шоу? Ты увидишь. Я сама долго... Ну, я знаю, как там выглядит, какая картинка, но все там... Все взяли по 2 шурмы каждый, огромные просто. Вот такие... Иммерсивные. По-моему, так называется. А что там? Без стриптиз, блядь. Нет, там типа... там прикол в подаче еды. То, что ты приходишь в ресторан, и там всего, ну, гостей типа 10, не больше. И это за один вечер. Вот. Там, по-моему, 3 раза в день они вот так вот пускают по 10 человек. И там целая презентация, там шоу, ну, как шоу, там эффекты, всякие спецэффекты, сопровождающие, ну, связанные с едой, которую тебе приносят. Короче, пиздец еще. Мама нашла, я не знаю как. Бустер смотрели фильм меню. Не, мы просто меню смотрели, когда заказывали. Почему именно на вписке признали? Слушай, да как будто просто так совпало. Мы же поняли то, что типа, ну хочешь сказать? Я объел. Я тоже, это шикарно. Когда дети спрашивают? Ну, когда они дети? Чё я спрашиваю? А на что это? Помнишь этот? На вписке. Он меня спросил, как свадьба или когда дети? Я такой, не знаю, не планирую. Такая смотришь, такой, ну не знаю, может скоро. Так. Он спросил, почему идут отношения. Ага. Не, он спросил про свадьбу. Он сказал, почему идут отношения, а что, свадьба, типа, будет не свадьба. И такой, не, не будет. И я потом говорю, типа, а к чему вы идете? И я потом спросила, а к чему мы идем? Спросил, так они... Куда вы идете? К детям? Видели аватарку в Риф Мэй Панч? Да, там мы. Мы, по-моему, там и год назад тоже были. Да. Любят нас они. О, наконец нормальный вопрос. Лизал. Слушай, это вопрос такого философского характера. Смотря о чем ты. Че, погнали? Не успеваю почитать. Вау. Че там, чай пишут? Чё, нет, чай? мы еще тебе на чай ставим. Мы еще на счет не оплачиваем. Отчет вышли и закрываешь. Я не успеваю ничего. Надо будет отчет закрыть. Да. Папик кормит. Это какашечка нельзя? Масик кормит меня, ребят. Мама. Маме. А почему я закрываю? Может быть, ну надо этот стрим. Кажется, я тебя хочу. А ты ответишь? А? А ты ответишь? Стоим. Почему я закрываю? У меня этот... А, не, я закрываю. Я забыл, что он не работает. Хотя у нас же отношения прогрессивные, правильно? Счет пополам. То есть, типа, смотри, 50 на 50. Если 10 тысяч, то я закрываю 9, 99, и ты 1 рубль.
Ой, там что-то на грузинском написали. Типа или хинкали, просто весь чат на грузинском. Чел пишет, нюхай стул. Бля, реально, просто похавали хинкали, знаешь, просто в глазах все изменилось, типа. И мы теперь все сообщения видим на грузинском, смотри. Просто максимально грузинский чат. Блядь, как это читать? Ну это быстро очень. Ну, с компа видно будет нормально. Гамар Джоба. Что думаешь, будем делать? Завершать? Что завершать? Стрим? Или что? В смысле, так мы же фильм хотели. А, мы фильм. А ты не хочешь фильм? Не знаю, просто так подкинули. А, ты уже устала? Не, ребята, из-за того, что у Дилары, я ее быстро сейчас натренирую. Ждите от меня 24 часа стрим. Нет. Да. У нее пока нет стримерской выносливости. Мне пока что есть тиктокерская выносливость, инстаграмная, ютубная появилась недавно. Сейчас пока стримерская не ютуб. Короче, самое важное — это расслабиться. То есть типа Twitch, он ничем, знаешь, ты просто живешь. Короче, тебе ничего не надо делать. Да. Я уверен, мне много кто с Грузии смотрит. Ну блин, просто если я буду просто жить, я вот так вот буду в телефоне сидеть и всякие моменты решать. Не, просто расслабься. Представь, что у тебя теперь типа много твоих кентиков. Да, мне 23 тысячи кентов. Да. Вот UFC охуенно, я бы скайп вот взлетал бы, посмотрел бы. Как отреагировали друзья? Если что, у уже... нас ебануто все обрадовались. То, что вы сказали? Я еще за сутки говорила, когда мы с ребятами виделись, я говорю, что ребят, мы завтра, все, он завтра уходит в писку, и там как бы мы расскажем. И все такие, ладно, поздравляю. Блин, очень много. Ну, я не знаю, как ты кому говорил или не говорил, но мне прям ребята очень многие радовались, поздравляли, и, короче, потому что ну, много кто и изнутри все видел, как бы знали там моменты определенные. Писку же тоже, они снимаются, уже не сразу выкладывают. Мы тоже сами вот так вот сидели, ждали, когда уже она выйдет, чтобы поскорее. Спрашивают, Майбах я дарил? Ты сам спросил? Не, реально было совсем другое. Было Майбах. Да. С ленточкой. С ленточкой красной. Слава, ты готов жениться? Вы ссорите, спрашиваю. Конечно, готов. Прям сейчас нам. Ну ладно. Надо красиво все делать. А ссоримся? Слушай, серьезно, нет? Ну как, тут вообще типа, максимально мало. Ну прям ссорами это не назовешь. Кого-то можешь подгореть. Мы такие, а ты чё орёшь? А другой такой, я не ору. А я не ору. Нет, ты орёшь. Типа, а что такое? Да, такого плана. Ну это обычно всё заканчивается... Да, разногласие. А заканчивается ли всё обычно? Никто не орёт, и всё в порядке. У нас получается к общим выводам и компромисс искать. Наверное, это самое важное в отношениях. Конечно, 100%. Ты можешь и свою точку зрения озвучить, донести, и при этом услышать и другого человека. Я полностью с тобой согласен. Вот прям, блядь. Хочется схавать жопу хинкали. Ну давай. Нельзя, видишь?
хочу смотреть? Джон Уик. Не хочет? А надо быть по традиции, как после каждого фильма, говорить, типа, можно я у тебя останусь? А что, если вы подумаете о том, что я каждый раз у нее оставался после этой фразы? А, ну да. Если у тебя смотрели, то забирали вещи и шли ко мне. Сколько было моментов таких? Ну, меня ебануто бесило то, что я не могу ее обнять на стриме. Типа, ну, как мы обычные фильмы смотрим, я ж такой, типа, тактильный. Вот этого не хватало, конечно. Титаник и стаканчик мороженого вот такой. Берем просто. Ну, либо ужастик. Ну, просто какой ужастик, я, типа, сейчас очень долго выбирать буду. Я Титаник не смотрел хуй тучу лет. Я только помню, что он разбился в конце. И все. Типа, я детали вообще не помню фильма. Комедия или ужастик? Чат, комедия или ужастик? Я и то люблю. Смотрели «Титаник», как будто... Я просто смотрела очень много раз. Я всю колбасу с пиццей съел. Поклевал? Угу. Голосование. Голосование. Интерстеллар мы смотрели с Диларой просто без стрима. Она причем не смотрела его, мы первый раз смотрели его без стрима. Такой был у нее проем. Причем я очень много про него слышала, и если честно, я думала, что это сериал. Интерстеллар? Да. Бля, охуенный фильм просто. Я вообще думала, что это сериал, и из-за того, что думала, что еще все говорили, какой он долгий, я думала, это долгий сериал, типа, потом как-нибудь. Что, мы еще попросим? Давай. Надо оплатить черепашек. Там еще вышел, слышал, видела, Генсуха выкладывала Кинг-Конг против Годзиллы. Они ходили в кинотеатр. Можно, пожалуйста, счет за черепашек? Короче, нет. День рождения было даже 27 раз до этого, но давно было, в феврале. А в течение года было. Бля, у нас тогда нет донариков? Нет, только доллары. А у меня? И у меня. Нормально. У меня доллары, хотя уже не вышел. Блять, просто у меня до сих пор осталось с Дубая. Чат, 5к нет. 100. W. Брата, хочется лечь в кроватку. Можешь кроватку посмотреть? Чуть-чуть вас пошали. Смотрите, какой у меня чехол для паспорта. Классный.
Да. Как застав. Так. Вам номер не показать? Это тебе. Да, надо будет сгонять, разменять там. Но... Можно попросить написать ребенку одному, у него день рождения скоро? Ага, конечно. Он ваш большой. Конечно, конечно. Мухаммад его зовут. Мухаммад? Мухаммад. Да, вот. И если не против, я вас видео сниму, как вы. Конечно. Вот Мухаммад, тебе великое рождение. С днем рождения тебя. Всем спасибо большое. Трясется жестко. Стол? Да. Ну да. Прикольный парень. Это я про себя. Надо было еще спросить. Сейчас, а нам посчитали за ребят-то? А, посчитали. Ну что, наконец-то все подвигали.